И, значит, следующая песня, которую я хотела бы спеть, это песня, она написана в 19 веке, но воспринимается как песня 18-го, потому что это песня барских конфедератов. Вот отправляемся мы сейчас с вами в 1767 год. Значит, как я уже сказала, в Польше религиозные распри. Значит, основная религия – это католицизм. И католики имеют массу преимуществ. Вообще, вот прав у них больше, у них, значит, всего больше. В то же время диссиденты, это представители других религий, они, их по количеству их больше. То есть Польша же того времени, это значит часть еще Украины, часть Белоруссии, вот то, что вот мы сейчас, это кусочек Пруссии. Вот, и, значит, а ситуация там была такая, там короля выбирали. То есть вроде бы республика, она более прогрессивная форма, чем монархия, но тем не менее. Значит, начинаются выборы, это вот мы знаем и сейчас, это вступают в действие разные силы, то есть тут одна партия, там другая, какие-то государства соседние, не соседние, у них тоже свои интересы. Вот, и выбрали королем тогда Станислава Августа Понятовского. Магнат, значит, из старинного рода, личный друг Екатерины II, и даже ходят слухи, что больше, чем друг. Вот. Естественно, он вел пророссийскую политику. На его стороне были многие польские магнаты, в основном православные и униаты. Вот. И в противовес им, чтобы, значит, сохранить права католиков, были созданы несколько конфедераций. Они, значит, Слуцкая была и вот Барская. В крепости Бар, значит, группа, тоже вот военачальники, там, общественные деятели из семьи Красинских, Пиларских, там, ну, достаточно мощная была группировка. Вот. Они долго держались, но в конце концов они битву проиграли, там попутно спровоцировав русско-турецкую войну. Вот. И в конце 19 века великий польский поэт Юлиус Словацкий написал пьесу по этим мотивам, и вот там была такая песня. Сроду с царями мы не станем знаться, сроду не сломят силы нас земные. Ой, пардон, снова начну. Сроду с царями мы не станем знаться, сроду не сломят силы нас земные. Лишь у Христа мы ныне ординарцы, слуги Марии. Пусть вздрогнет солнце, рухнет мир спаленный, грозные тучи небосвод обложат. Пусть к нам примчится войско на драконах, нас не встревожит. Бог наших предков, и сейчас он с нами, страх поражения нам принёс неведом. Был он когда-то с нашими отцами, вёл их к победам. Нет, не дано нам сгинуть в волчьей яме, не устрашимся исполинской силы. Знаем, что Богу отдадут нас сами наши могилы. Тот, в ком взрастали веры наши зерна, шел на край света воинам суровым, из тьмы кургана станет он покорный трубному зову. Голод и горе не лишат отваги,
лишь я дружина. Мы присягали и верны присяге, Божья дружина. Вот, ну вот, кончилось все это дело, конечно, плохо. То есть это был первый визит в Польшу Александра Васильевича Суворова. После этого поляки очень нас не любят.